Представьте такие симптомы. Человек постепенно концентрируется только на самом себе, перестает замечать что-либо вокруг себя, становится неискренним, нечестным, очень легко причиняет боль даже тем, кого любит, перестает испытывать положительные эмоции. Диагноз будет неутешительным – наркомания. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Представляю вам наших гостей. Андрей Щербань, главный врач Самарского наркологического диспансера. И Александр Березовский, директор социального холдинга. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы говорим про иллюзию обмана, но вначале несколько секунд отниму. Хочу вернуться к нашей прошлой программе. Неделю назад у нас были проблемы со связью в студии. Тем не менее, к нам дозвонилась телезрительница, и ее вопрос мы передали нашим гостям, врачам Самарского онкодиспансера. Проблема была в том, что женщина нуждается в диагностике, есть уплотнение в груди, но проблема еще и осложняется тем, что она не выходит из дома. Наши гости, наши доктора связались с пациенткой, связались с поликлиникой по месту жительства, и, в общем-то, вопрос решен, поликлиника готова предоставить транспорт и провести необходимое диагностическое обследование. Я хочу искренне поблагодарить наших гостей, врачей Самарского онкодиспансера, за отзывчивость и напомнить вам, что мы работаем, опять-таки, в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Наши гости сегодня тоже ждут ваших вопросов. Итак, ну, для начала давайте обсудим статистику. Вот я нашла такую. Наркомания касается 20% школьников, 60% молодежи 16-30 лет, 20% люди более старшего возраста. Так ли это и так ли это в Самарской области? Я бы не согласился с такими данными по Самарской области. Скажем так, самый молодой наркопотребитель Самарской области – 14-летний подросток. Верхний возрастной ценз я сейчас, наверное, не скажу, но это потребители, есть потребители и за 40, и есть за 50 даже некоторые потребители. Все-таки львиная доля. Молодой, средний возраст. Средний возраст с преобладанием мужчин. Мы с вами перед эфиром разговаривали, и я сказала, что сегодня у многих есть иллюзия того, что наркомания ушла в прошлое, как-то не очень актуально. Это так? К сожалению, это не совсем так. Хотя цифра на протяжении нескольких лет стабильна, скажем так, с тенденцией к снижению, но на настоящее время в Самарской области более 8500 наркопотребителей. То есть это более 5000 лиц, которые имеют зависимость, и 3 с небольшим тысячи – это лица, которые эпизодически употребляют наркотики с вредными последствиями. Это большая цифра. Это как мы выглядим на уровне Мы долгое время лидировали по распространенности. Сейчас на уровне страны мы выглядим достаточно неплохо. В ПФО, по последним данным, мы занимали от 8 до 12 места по годам. То есть ситуация в области стабилизировалась, статистика приведена в соответствие. Но, к сожалению, сейчас новые изменения в порядке наблюдения, возможно, приведут к изменению статистики. Но я думаю, что законодатели и руководство Федерального Минздрава обратят на это внимание, о некоторых несовершенствах приказа. Я говорю о том, что если ранее лицо, не посещающая врача-нарколога, и после того, как мы в течение года предпринимали попытки связаться с данным человеком, в том числе и через сотрудников полиции, мы через год обязаны были снять с диспансера наблюдения человека с формулировкой «в связи с отсутствием сведений». А сейчас новый приказ этого не позволяет сделать, поэтому есть вероятность, и, в общем-то, уже происходит некоторое искусственное накопление контингентов, состоящих под диспансерным наблюдением. Но я думаю, что эта проблема разрешится,
мы в том числе и с прокуратурой обсуждали, и с сотрудниками полиции. Есть определенные, скажем так, методы, способы стабилизации этой цифры. Александр, как изменилась наркомания вообще? Что сегодня актуально и какие самые острые, наверное, проблемы, болевые точки? Ну, изменилось предложение в пользу психотропных, психоактивных веществ. Их стало больше, они стали разнообразнее, они стали гораздо доступнее. А болевая точка, конечно, это сеть интернет, это форма распространения сейчас через сеть интернет, все очень доступно. И это так называемые закладки, которые, с одной стороны, являются доступным способом, чтобы, ну, способом таким передачи, да, от продавца потребителю, а с другой стороны, это такое предложение сегодня на своеобразном рынке труда, и на это предложение попадают молодые люди, которые пытаются как-то заработать деньги и входят вот в эту зону риска, и бывают очень серьезные последствия. Они или сталкиваются с правоохранительной системой, или сами становятся потребителями этих нарковеществ, зачастую с ними и расплачиваются этими самыми веществами. А вот этот вход, он только в одну сторону? И может человек начать этим заниматься и выйти? Я имею в виду распространение. Ну, как бы это в его силах, в его власти человека. Но надо понимать, если человек вступил на это, то редко уже кто-то. То есть исходов, как правило, два. Либо он попадает к правоохранителям, либо он становится потребителем. В конечном счете, либо тем, либо способом, либо другим способом. А редко, так сказать, по разумению своему, он выходит из этого круга. Ну, то есть чаще всего эта дверь за спиной захлопывается. Конечно. Вы сказали, что изменилась сама форма употребления, а изменились ли причины, по которым молодые люди вот попадают на эту дорожку? Да нет, причины, скорее всего, они те же. Изменилась структура потребляемых веществ. Появились психоактивные вещества, как правило, синтетического происхождения, которые практически с первого употребления вызывают зависимость. Плюс появились достаточно мощные синтетические опиаты, которые ведут как к смерти, так и к инвалидизации. К сожалению, участились случаи смертей от синтетических опиатов, и в том числе в прошлом году были и детские смерти. А является ли проблемой интернет в плане того, что вот живут родители, которые сами никогда в жизни не употребляли наркотиков, а их 13-17-летний ребенок знает гораздо больше, чем сами родители об этом, потому что множество открытых источников? Ребенок однозначно об этом знает больше, даже в силу того, что он общается, и в его кругу, к сожалению, часто попадаются и лица, которые этим интересуются, так сказать, с определенной целью. А в основном, да, как вот Александр сказал, в основном распространение идет через интернет, и поэтому правоохранителям достаточно сложно прерывать эту цепочку. Тут можно говорить массу об этом, но достаточно сложная схема. А правда, что наркотики можно приобрести сегодня даже в школе? Ну, это такой миф, скажем, скорее всего, потому что каких-то прям фактов таких выявленных мы, ну, лично я не сталкивался с такими фактами. Но идея сама, она жизнеспособна, потому что потребители наркотических веществ, они зачастую учатся в школе сейчас. Поэтому, в принципе, такая жизнеспособная теория, но фактов я не встречал. А где она, вот эта грань, перейдя которую обычный человек превращается в наркозависимого? Как ее опознать? Если мы говорим про родителей, то вы в начале передачи сами уже неплохо обрисовали весь
симптомы комплекс, да, который родители могут заметить в отношении своего ребенка. Беспричинная дурашливость, беспричинная смешливость, либо наоборот замкнутость, загруженный ребенок, различные состояния зрачка. То есть, ну, об этом существует масса брошюр, масса информации. Просто родителям необходимо, так сказать, иметь контакт, живой контакт со своим ребенком, почаще интересоваться им. Ну и, скажем, то, что делается со стороны государства, со стороны правительства области, это тестирование учащихся. То есть, было много шума на эту тему? Было много шума, к сожалению, да, по-прежнему еще все неоднозначно, потому что, ну скажем, то, что касается медицинской части этого обследования, то у нас есть все. Есть все силы и средства. Есть тесты, приобретенные в рамках областной целевой программы. Есть силы наркологической службы. Есть детские наркологи. То есть у нас 4 кабинета. 3 в Тольятти, 1 в Сызрани. В Самаре детское отделение вообще. То есть есть специалисты, которые этим занимаются профессионально. Но, скажем так, на этапе социопсихологического тестирования достаточно большое количество людей отсеивается. Ну, скажем так, если раньше обследовался класс, в нем выявлялся ребенок, которого необходимо тестировать, в котором проходит провести медицинское тестирование, то ну, практически весь класс весь класс тестировался. Сейчас достаточно большая проблема, то есть вычленить этого ребенка, сами понимаете, да, из всего класса пригласить одного человека, но это... Поэтому и идут отказы со стороны родителей. Но, тем не менее, как бы со стороны наркологической помощи, вот с наркологической службы, вся помощь, какая вот нами может быть оказана, она открыта, она постоянно готова. Если родители, вот давайте сразу, наверное, практический совет дадим. Конечно. Если родители заметили что-то подозрительное у своего ребенка, соберите мочу. Просто пускай соберут мочу и... Если нет возможности сразу обратиться в наркологическую службу, значит, поставить ее просто в холодильник, либо заморозить. Это самый объективный метод исследования и подтверждения того вещества, которое употребляет ваш ребенок. Уже проще будет заниматься потом с ним. Ну вот вы сейчас рассказали о признаках, да, по которым можно заподозрить у ребенка. Возвращаясь к грани, которая существует от до и после, все-таки вот есть она, эта грань? Вот человек же там из любопытства или как-то начинает и думает, что вот я сейчас чуть-чуть, а потом все, я ее не перейду. Александр, есть она, эта грань? Если говорить уже о принципиальной грани, то она лежит в сфере снятия запретов. То есть, когда человек, молодой человек, он восполняет недостаток своих каких-то ресурсов или своих потребностей с помощью того или иного психоактивного вещества. То есть, когда он как бы себя начинает наполнять какой-то химией, будь то алкоголь, будь то какие-то курительные смеси или будь это какие-то психоактивные вещества сильного действия. Вот когда сам запрет снимается, тогда человек переступает эту грань. Это, возможно, будет сначала какое-то разовое потребление и потом может быть длительный перерыв. Но так как сам запрет уже снят, вопрос времени и обстоятельств, там, определенной конъюнктуры, когда человек со снятым запретом сможет вновь обратиться к этому источнику подкрепления там, себя самого в каких-то эмоциональных переживаниях или стрессах, например. Ну вот смотрите, например, зарубежные рок-звезды десятки лет употребляют запрещенные вещества. Лечатся, снова употребляют и живут. И, в общем-то, молодежь-то, глядя на них же, делает выводы, что все не так уж страшно, что все возможно. Но я бы не сказал, что все живут. Возьмите Джима Моррисона, Курта Кобейна, возьмите лидера группы Линкин Парк, да, того же самого, который вот один из последних. Возьмите лидер группы Крэмберис, да, которые в результате потребления как раз они очень рано, досрочно покончили жизнь самоубийством или передозировкой, или еще какие-то летальные исходы. Поэтому это рулетка.
И мы не можем утверждать, что вот они как-то лечатся. И здесь тот же самый, в принципе, процент, как и в сфере не рок-звезд, а обычных потребителей тоже. Кто-то потребляет, кто-то лечится, выходит, кто-то лечится и потребляет, и лечится. А кто-то потребил, и его жизнь закончилась. Я бы не стал так выделять. Для тех, кто опоздал к началу программы, хочу еще раз представить наших гостей. Это Андрей Щербань, главный врач Самарского наркодиспансера, и Александр Березовский, директор социального холдинга. Люди, которые хорошо знают механизм, структуру, причины развития наркомании. И самое главное, что они знают, что с этим делать, если уже человек попал в беду. Поэтому вы можете позвонить к нам в студию 202-11-22, если у вас есть вопросы на эту тему. И еще раз уточняющий, может быть, момент все-таки, почему. Вот наркотик – это про кайф, это про бесконечную радость, это про какой-то побег от проблем, это про что вообще? Наверное, это зависит от того, в какой ситуации человек первый раз употребил. А дальше это определенный закономерный процесс изменения биохимических процессов в организме. То есть это определенная эндорфиновая стимуляция. И для того, чтобы получать эту стимуляцию в той же мере, в которой человек поступил, так как эндорфиновая система истощается, человек вынужден наращивать дозу потребляемого наркотического вещества. Такая кратенькая и примитивная схема формирования зависимости. Ну, то есть, если человек употребил, и он говорит, я сам брошу, я всего лишь употребляю раз в недельку, два в недельку, а дальше это начнется раз в день, два раза в день. То есть стимуляция, которую человек, в результате которой человек получает вот эти ощущения, она достигается наращиванием дозировки употребляемого наркотического вещества. Ну, я знаю, что наркомания может продолжаться 10 лет, 15. И это все время вечный кайф? А может, один день. Ну, один раз. То есть, перебил. Нет, это не про вечный кайф, это вообще не про кайф. Если мы говорим о системе, тем более о длительной системе, здесь смотрите, что происходит. Те процессы, которые описал Андрей Валерьевич, это да, биохимические процессы, нейрофизиологические процессы. И есть еще процессы психические, когда формируется так называемая зависимая личность. То есть в процессе потребления человек же вступает в какие-то коммуникации, в решение каких-то жизненных задач, проживает какие-то ситуации. И вот весь этот опыт он приобретает под действием психоактивного вещества. То есть, по сути, формируется наркологическая, наркозависимая личность, и где уже наркотик выполняет функцию не адаптогена, да, как он выполнял это в начале, когда человек адаптировался к каким-то веществам с помощью наркотика, а мы приходим к тому, что уже наркотик придает смысл существования самой этой личности, потому что когда наркотика нет, личность, она ощущается бессильной перед вот этим миром, да, перед теми вызовами, которые есть у этой личности, чтобы она себя могла осознать, осмыслить и начать что-то делать, ей нужно уже употребить наркотик, и тогда человек как бы входит в свою естественную стадию, в естественную фазу. Если на это мы еще накладываем весь биохимический процесс, синдромы отмены там и тому подобное. То есть личность-то разрушается на самом деле? Личность разрушается. Тут Александр сейчас говорит про, скажем так, эмоциональную сферу. А если вернуться к физиологии, да, то в дальнейшем человек получает не кайф, он уходит от абстиненции. То есть это бесконечная борьба вот с этими проявлениями? Да, да. То есть человек уходит уже от абстиненции. После того, как наращена такая доза, он просто вынужден это принимать, чтобы не наступила абстиненция, то, чего он боится. Мы очень много уже проговорили о том, что это такое, почему. Теперь, наверное, все-таки важно поговорить, а что с этим делать, собственно. И сначала давайте посмотрим небольшой сюжет про людей, которые вот уже побывали в этой беде. Ради чего все это стоит?
Ну, ради жизни, ради того, чтобы видеть своих внуков. Маленького Степана на свете могло и не быть. История любви его родителей – настоящее чудо. Совсем молодыми людьми они попали в большую беду. Началось развлечение, а вылилось в многолетнюю зависимость от наркотиков. Ну, это было 15 лет зависимости, которая, как бы, как мне казалось на тот момент, ну, выхода просто нету. Наркотик разрушил все, что было в жизни у ребят. Стали не нужны работа, образование, друзья и родные. День начинался с поиска дозы и заканчивался тем же. Такая обманка у меня была, что я знаю про этот наркотик все, и он меня не поработит. Но я ошибся. Выход нашелся на дне отчаяния. Сначала Дмитрий вступил в программу реабилитации, а потом встретил там Марию. Любовь и упорство вытащили ребят почти из могилы. Не сразу, но чудо случилось. Сегодня они растят сына и помогают тем, кто попал в такую же беду. Может быть, кто-то посмотрит на меня, пусть это будет один из тысячи, и он поверит в себя и сделает правильные шаги, перестанет жить иллюзиями. Вот нашу программу мы сегодня назвали «Иллюзия обмана». По сути, насколько это точно отражает тему программы, тему, о которой мы говорим? Вы знаете, я сейчас хотел бы вернуться немножечко. Вы сказали про то, что зарубежные звезды примером служат. Возвращаясь к иллюзии обмана, давайте посмотрим схемы лечения и реабилитации, которые применяются у нас и за рубежом. Мы сегодня с Александром уже говорили в одной студии на эту тему. Если у нас пытаются человека вывести из химической зависимости, в дальнейшем провести его медицинскую реабилитацию, научить жить без наркотического вещества и провести социальную реабилитацию, то во многих странах, западных странах, Соединенных Штатов существует, то есть, ну, по сути, государство сильно не заморачивается с этим. Они проводят заместительную терапию. То есть одно наркотическое вещество, которое человек употребляет бесконтрольно, переводит на другое наркотическое вещество, которое дается ему медицинской организации подконтрольно. Вот, пожалуй, такая принципиальная различная схема, различный подход к лечению химических зависимостей в других странах и у нас. Наша психофармакологическая модель и наша схема поэтапного, то есть лечение, медицинская реабилитация, социальная реабилитация. В принципе, если она построена правильно и, скажем так, человек прошел все этапы, то достаточно неплохой результат приносит. Это фактически был ответ на вопрос об эффективности лечения наркозависимости? Об эффективности лечения и, ну, пожалуй, к иллюзии обмана это не имеет значения. Я, наверное, не готов ответить о соответствии нашей тематике. Ну, это, в общем, основано на том, что наши герои в том числе говорили, что им казалось, что это все под контролем. Ну, иллюзия контроля, конечно, она имеет место быть. Иллюзия того, что наркотик мне помогает, да, как я ранее сказал, такой некий адаптоген, что вот он плохого ничего не несет, а на начальных стадиях он наоборот мне помогает. Смотри, я там даже смог сессию сдать, там я 4 дня не сплю, сижу перед компьютером, закрыл сессию. То есть есть даже такие теории, когда студенты прибегают именно к потреблению, вот во времена сессии, это распространенный случай. А потом следующая иллюзия – это иллюзия контроля. Потом следующая иллюзия – я могу сам, я сам справлюсь. И таких иллюзий на пути очень много. Потом этими иллюзиями заражаются родственники, там тоже они иллюзия, там, а вот мы сейчас сменим место жительства, это город плохой, или иллюзия, там, а эта страна не такая, или это кто-то там. Вот. И это тоже иллюзия. Ну, а конечно, а как, если человек является сам носителем проблемы, ты в какой город его не помести, да? Есть классическая русская поговорка на эту тему. Ну, а скажите, вот такие истории, истории счастливого исцеления, они все-таки исключения или они больше в системе? Нет, это есть система. Есть же мнение, что это все безнадежно? Я бы не был так категоричен.
Еще раз говорю, современные методики, современные препараты и схема ведения данных пациентов, они позволяют перевести человека как минимум в длительную ремиссию. Потому что если мы говорим о зависимости от наркотических веществ, это, ну скажем так, все-таки это хроническое психическое заболевание, которое можно перевести в длительную или пожизненную ремиссию. Как попадают люди к вам? Люди к нам попадают различными путями. Первое. Люди обращаются непосредственно в стационар, когда, скажем так, по экстренным показаниям. Люди попадают к нам по решению суда все чаще и чаще. Принудительно. У нас нет принудительного лечения, у нас есть обязательное лечение. Угу. То есть либо в рамках административного дела производства, либо в рамках уголовных статей. Судом назначается провести диагностику. Если на этапе диагностики выяснено, что необходимо лечение, медицинская реабилитация, судом назначается. Человек исполняет решение суда, либо не исполняет, надзирает за этим управление наркоконтроля ГУМВД, с которым у нас достаточно тесное взаимодействие. Но это целый механизм, прописанный нормативными актами. К сожалению, не всегда данные граждане исполняют решение суда. Дальше идет административный штраф, возможно, административный арест до 30 суток. Андрей Валерьевич, а вот часто ли случаи, когда вы понимаете, что пришли-то к вам слишком поздно, что я имею в виду? Ну, вот подросток, например, а родители, об этом же не принято говорить, это стыдно, это... А вот пришли бы раньше, и можно было бы все это гораздо более легко выйти из этой ситуации. Есть, знаете, такие варианты? Более легко из этой ситуации не выйдешь в любом случае. В любом случае, опять же, возвращаясь, будет этапность лечения. Но чем раньше родители обратятся с этой проблемой, даже вот возникли малейшие подозрения, никто вас, как это не говорит, нас поставят на учет. Угу. Никто, это не самоцель наркологической службы поставить на учет. Но оказать помощь, заняться этим ребенком. Да даже если он попадет под диспансерное наблюдение в течение года, у вас будет возможность раз в месяц тестироваться за, извиняюсь, бюджетные деньги и вести контроль употребления либо неупотребления наркотического вещества. Угу. Александр, а это проблема человека, это проблема семьи или это проблема общества? Ну, проблема совершается внутри семьи. Она происходит внутри семьи. Тут как бы общество я бы не стал в это вмешивать. В конце концов, человек, конечно, делает индивидуальный выбор, да, каждый несет ответственность за свой выбор, но что человеку способствует к тому, чтобы он этот выбор сделал. И если мы посмотрим уже с конца другого, когда мы начинаем сам процесс выхода из сложившейся ситуации, то практически всегда мы его начинаем с семьи, да, где была точка входа, почему человек вошел в эту ситуацию. И если семья на этих этапах она включается, то эффективность и гарантия, да, того, что будет положительный результат, она возрастает там, практически до 80%. То есть если есть больной человек, есть включенная семья, готова слышать и действовать не по своему наитию, а именно по рекомендациям специалистов, то вероятность выздоровления возрастает в разы. Если семьи нет или... как, к сожалению, часто бывает, семья еще и противодействует, да, ну, то есть они не напрямую говорят, вот мы не хотим, чтобы наш родственник выздоровел, но они не делают шаги к тому, чтобы способствовать, содействовать, тогда вероятность снижается. Вот сегодня мы говорили про иллюзию обмана, надеюсь, что этот разговор будет услышан. Благодарю вас за участие в программе. Прощаемся с нашими зрителями. Увидимся ровно через неделю. До свидания.